My friends and lovers, sister and brothers. Продолжаем катать мутантов. Думаю, самое время идти уже искать этого Хэммона. То мы, блядь, там чилим, тут чилим, а Хэммона мы все не ищем. Пора боже его поисками заняться. Так, ну пойдем сюда, посмотрим, что у нас тут. Какой-то сарай, амбар. Там еще несколько других локаций. Пошли сюда. Так, некоторые из моего поселения ходили на юг, но так и не вернулись. Говорят, их тела превратились в растения, что их съели злые колдуны. У меня от этих мест шерстка дыбом. Ну, по стандарту сразу по краю карты пройдемся, поищем, что тут. Что, неужели ничего? Блять, походу рюли ничего. Ладно. А с другого краешку. Сука. Ладно. Пойдем сюда. Что у нас тут? Тут кто-нибудь есть, эй? Или что-нибудь, лут какой-нибудь там, враги? А вон лут вижу, неужели? Стой! За воротами приглядываются упыри. Надо вести себя потише. Да, окей. Мясник секты, поджигатель секты. Я хочу развлекаться, а не работать на секту Нова. Зачем мы это делаем? Думаешь, что говоришь? Древние следят за нами, идиотина. Так что заткнись и работай. Походу, какое-то руководство Мимира или кто-то там из людей, из нормальных людей, то есть из древних, они походу вышли и сейчас на какой-то космической станции где-то на орбите, сука, сидят и начинают темнеть, рели. Они походу хотят какие-то ядерные боеголовки взорвать или зачистить как-то зону, наверное, чтобы вернуться в нее и колонизировать Землю заново. У меня такая мысль появилась. Как это попадает в глаза, значит, крик будет меньше, да? Ба! В целом, я думаю, он уже покойник. 50 шанс попасть. Подойди ближе к нему. Вот так, все 100. Блин, он в броне с лампочками для люкса. И так глупо выглядит, когда он прячется, сука, и мы его не добили. Ладно, будем действовать по-громкому. Мам. Враг вас услышал, но это, походу, поджигатель, сука. Поджигатель, походу, не единственный, кто всех услышал. Возможно. Ладно, будем просто стрелять. Опа. Отлично. Stay away from me. Мимо? Так, посмотрим, что тут с них попадало. И навыки надо поменять. Так, я думаю, нам это больше пригодится сейчас, потому что я чувствую, будет зарубой, возможно. Молнии возьмем. Так, ну вот
Этот скилл я хочу посмотреть еще. Так, ладно, пошли. Пошли дальше, что они тут охраняли. Я не буду обращать внимание на растущие из трупов грибы, потому что иначе я сойду с ума. Терять голову сейчас никак нельзя. Бля, это типа трупы. Любой, кто украдет грибы, будет сурово наказан. Сука, где-то рядом псионик есть. Возможно, даже есть смысл сейчас одеть шлем на защиту. На защиту контроль. На защиту от контроля разума. Вот так вот на кабана оденем. Пойдем. Так, шаман, танк. У тебя было всего одно задание. Смотреть за роботом. Где робот? Я же говорил. Я отвернулся и... Где робот, сука? Где лопата? Хочешь, чтобы у меня были неприятности, а? Найди робота. О, он пошел искать робота. 24, сука, хп. Тормози. Чтоб наверняк. Ну, сука, если не получится, у нас кабан будет без калашмата в бою. То есть совсем нехорошо. О, он сюда за... братик, заходи. Заходи, здесь будет твоя могила. Блять! Хотел нажать на вот этот скилл, посмотреть, как он работает. Блять. Теперь у меня 50 шансов его. Ладно, все сработало. Ок. О, ты же дуплетом, да? О, слышь. Ты сейчас можешь со стелс-оружием подойти. И даблшот тихий сделать, да? Круто. Но походу мы его не убиваем. Да, мы его не убиваем. А это значит, что он сейчас отбегает, поднимает тревогу, дудит в дудку. И начинается полный пиздец. Ладно. Бля, может быть, я, кстати, зря контроль разумом убрал. Как бы так тебе сейчас поставить? Ого. Что тут неплохая позиция. Ну ладно. Overwatch. Overwatch. Ладно, ждем. Просто ждем. Сука, дождались. Так же все не очень получилось. Так. Оба. Сделать так или сделать так? Наверное, вот так сделаем. Просто нахуй. Отлично. Шла заруба. Шла заруба. Блин, я ему не поменял. Ставил пронеру. Бам, нахуй, давай, поехали. Отлично.
Right. Watch. Теперь ты за нас, парень. Надо. 12, ой, хорош. Блять, и укрытие сломал, да ты рофлишь. Десятку, боже, что творит этот фаерол? Так, мидбот, да, там рофлить начал. Как начал, так и закончил. Давай-ка за нас половим, брат. Даже пока не загрелись, пускай так и будет. Так, вырубаем робота, чтобы он не поднял. Лови.
Отлично. Там те враги услышали, ну ладно. В целом не страшно. Бам. Пуска... А, там псионик, да, у них еще. Вот это было лишнее. Роботом все. Есть что похавать тут? Где-нибудь. Ого. Пойдем похаваем просто. Вкусно, вкусно. Брат Лундгрен. Тут мясник очутился. Супер. Ты ничего не перепутал, мясник? Пошел отсюда. Сколько у нас аптечек? 3. Наверное, можно позволить себе одну потратить. Блять, с этого дальнего конца загрелись. Но они пока добегут. Я думаю, мы с этими разберемся. Так вот, на Overwatch'е там нет. То есть, если сюда встанешь, ты по идее сможешь его разум отсюда захватить, правда ведь? А ладно, как-то вне досягаемости. Ладно, давай мясника возьмем. По спине добором 4 урона, хорош. You don't know who you're messing with. А, десятка. Круть. Так, а теперь ты. Поджигаем их всех. Вот, хорош. Давай мы вторую гранату бросим. Чего бы и нет. Бам. Нравится? Ну, все, псионика развалили. Он на следующий ход должен догорать уже все. Бам! It's Pharaoh. 12. Боже, похоронки. Крематорий, блин, сжигает. Так, что с местечка мы затараним сразу? Где там Бормин? Сука. Сука. Вы еще никак не затаранили, да?
Как же грустно. Все-таки, видимо, он успеет молотов побежать скинуть. Тогда надо разбежаться нам сейчас, я думаю. Или вырубить, может, его. Правильно. Да, есть и шансы вырубить его. Давай, убей его, пожалуйста. Хорош. Просто чилим у этого дивана и всех разваливаем. О, блять, этот патрон нету. Плохо. Ладно, мы все сейчас в полных укрытиях будем стоять. У него такие себе шансы не попасть. Отлично. Он без укрытия вообще сейчас. Лови. Опала и кританула, боже. Тупо машина. Overwatch. Будем ждать, когда этот танк выбежит. Бам. Мимо. А теперь он на Overwatch. Не, мы будем ждать. Сами не полезем. Давай, выходи там. Побежал. Бам. Первый мимо. Второй. Тоже мимо. В рот иди. Попадите в него, боже. Ага. Все сказал. Ты сам прям подошел, ты сам напросился. Я даже не сомневался. Так, рекрупу, лап. Ого. Мимир прицел CR-33, 15 раз на стик ретрон, 30 дальности оружия. Легендарный прицел, который, если верить одному сталкеру, упал прямо с неба. Увеличивает дальность и шанс критического попадания из любого оружия. Хронист Дементий. Очень хорошая модификация. Мы ее сейчас куда-нибудь прилепим. Пойдем посмотрим, что вы тут. Что это у вас тут за место такое? Трон какой-то, да? А вот боксик. Ух ты, какая броня. Мимир 0G08. Броня 3, очки здоровья 6. Носитель невизуем для атак с разгона. Но я уже знаю, какой бурмен это будет носить. Плотно закупоренная одежда, которую древние надевали, чтобы защищаться от чудовищного холода космоса. Кроме того, слой фольги неплохо обогревает владельца, система стабилизации не дает ему упасть после физической атаки. Хранись, дойти. Ну что, кабанчик. Бум. Ва, тупо космонавтыч. Круто. Нет, где мы это нарастаем? Вот дальность прыска плюс 4 тоже оставляем. Да, наверное, так пока вас и оставим. Так, стоп, там, я видел, у кого-то гранат не было.
Так, взять записку. Журнал Ингмара, страница 154. Меня беспокоит то, что некогда послушные подобные стали очень несдержанными и буйными. Внутри группы образовалось сообщество с Плутонией во главе. Пережитая в зоне убедила ее в том, что регион нужно перезагрузить. Меня пугают подобные радикальные идеи. Комплекс совсем рядом. Надеюсь, Плутония остальные успокоятся, когда мы доберемся до безопасного места. Доктор Ингмар Эдисон. Хотят они, сука, все-таки зону перезагрузить. Так, давай-ка мы ДПП вкачаем. О, отлично. А тебе мы чего вкачаем? Думаю, наверное, давай вкачаем криты. Отлично, идем дальше. Пойдем сгоняем-ка в ковчег. Повесим прицел, прокачаемся быстренько. Ваши поиски Хэммона открыли перед вами неизведанную страну. Вы задаетесь вопросом, живет ли за пределами зоны рай, наполнены ли анклавы счастливыми людьми? Анклавы пусты. Лучшие и умнейшие уничтожили сами себя. Они были лишь людьми. Что они еще могли сделать? Беспокойство яростнейшего мира просочились в их представленные самим себе утопии, и вскоре анклавы начали воевать между собой. Их жители поубивали друг друга. За что? Зачем они так поступили? Я не знаю. Может, им стало скучно? За пределами зоны нет никакого рая. Не ищите его. Ваш дом здесь. Да, и не ищем никакой рай. Мы в него тоже не верим. Hi. If you're here to pick through my dad's stuff, it's been picked clean, okay? But if you want a fix or an upgrade, talk to me. Винтовку повесим и, наверное, вкачаем кому Магнусу винтовку на третий уровень, посмотрим, что будет. Ва, да это просто уже машина какая-то, блядь. Вот это автомат, да, какую-то тень. Ладно, я думаю, на этом мы закончим. Спасибо тебе большое, что помог развалить этих упырей, и помни, ты лучше всех.